Теперь с паспортом. В преддверии Дня России 22 человека в торжественной обстановке получили главный документ, удостоверяющий личность. Паспорт обязаны иметь все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Прежде чем заветный документ оказался в руках у хозяев, ребятам рассказали о приближающемся празднике и главных символах государства – Конституции, гербе, флаге и гимне. Я очень волновалась, когда шла сюда. Это очень радостное событие для меня, вручение паспорта. Это новый этап в моей жизни. Теперь я почувствовала себя полным гражданином своей любимой страны.